2021 год, 29 сентября. Ребенок с диагнозом ничеж. Ребенок 2 года 3 месяца с диагнозом микроцефалия и внутренняя гидроцефалия. Сейчас я почитаю заключение МРТ. Вот месяц назад у нас лечился. Месяц назад у нас лечился. И вот как изменилось состояние, давайте узнаем. Этот видео для тех, кто некоторые мамы страдают, что у моего ребенка мозга вообще нету, что будет его ухаживать, кормить или бросать, отдать детский дом. Вот очень многие так задают вопросы, иногда не приходит себя. Вот у нас один сейчас пациент есть, уже третий день плачет, мамашка. Плачет, что говорит, что у моего ребенка нет мозга. Вот давайте узнаем, какие изменения у них есть. Значит, ребенку вот год рождения я сейчас показал. МРТ признаки гидроцефалии, дисгинезии, мозолистого тела, кистозно-рубцовой атрофической дегенерации больших полушарий головного мозга, со симметричной гидроцефалией заместительного характера, МРТ признаки гипоплазии позвоночных артерий, ветвей внутренних сонных артерий с обеих сторон, венозных синусов головного мозга, МРТ признаки гиперплазии цистных оболочек гайморовой пазы. Давайте сейчас, значит, посмотрим подтверждение данного заключения. Здесь мы можем увидеть подтверждение данного заключения. Узбекче гапирсам, берда баланы мияс 100% йок. Көп аналар балам мияс йок экен, детдомге беру варайми, таша варайми, бакмайми дейди. Мана шу ая, мана хазыр чекенде айтканбыз, худо халаса натиҗа кылып берәбез деп. Даваланып кеткенге 1 ай 2 күн булды, демек қанақа нәтижелер болғанын қазір айтып береді. Қазір бітті беймарымыз бар, шу кеген еғледі 2 күнден бері, нима қыламан балам миясы жоқ екен деп, шу беймарымызға көрсін деп қалайбыз. Хоп, демек, какие изменения заметсіз? Вот какие изменения? Вот ребенок, микроцефалия. Бірінші нима өзгеріш болды апа? Миясы өсті ме өсмады? Өсті арқасы. Значит, ребенку, значит, затылочный отдел головного мозга вырос. Так? Окружность головы увеличился. Шнахамус? Вот мама говорит, увеличился. Я начал. Голову держит самостоятельно. Голову держит самостоятельно. Демек, башину шлапкалы. Самостоятельно не держал голову. Я начал. Руки. Что с руками? Қолларыдан ма? Шлаватты, кеген оқат чайнаватты уже. Раньше не жевал, чайнамасы, начал жевать. Русше гапрор, ем па? Значит... Она хочет, если кушать хочет, она уже требует от меня. Да, значит, дает признаки, что хочет кушать, да? Да. Держит голову, еще. İçi yaxşı kevadı. İçi yaxşı. İç kevgəndə, biləsmə, sop-sop olub qaladı. Buzlarını şunu da açadı, içi kevad kəndə bələdi. İğaşı kevadı, mənə uçtazılaşı kevadı. У данного ребенка еще был мегаколон, поэтому он страдал. Сейчас вот, говорит, как приходит нужда по-большому, сразу открывает глаза, становится как бы здоровый. Я начал. Еще что? Кеген ухлаганды мана киришпатты деп уже аягын коямын деп атты мен. Уже угрылыватты деп уже кроватка кепти ям, ха, шты янымга. Уже начал поворачиваться и наступать. Когда землю пока поставишь ноги, наступает. Я начал. Азгина бусы. Азгина. Бола өсті. Вырос ребенок, да? Бойыңге өсті. Бойыңге өсті. Хама уже кегенлі көруатты де, қатты болып қапты дейші. Қатты болып. И юзем өзгерді. Жанчы өзгерді. Юз көрініші өзгерді. Строение лица тоже изменилось. Аллах шпасын есін. Дай Богам здоровление. Поп.